переводит ее на правый борт, на Пестушком. Пестушков провернулся вокруг своей оси. Перевод на Вишневского. Хорошая комбинационная игра у хозяев. Приятно смотреть на их игру. И Граник получил травму. Вот на это смотреть неприятно. Давайте посмотрим, как все было. Подтолкнул оппонента, не владеющего шайбой, рижанин. И неудачно упал Граник. Шайба-то был Пестушко. Он разворачивался, и тут последовал силовой прием.